Махамад Фараджалах, головний редактор порталу «Україна по-арабськи». Мохаммед, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Не знаю, чи правильно я сказала ваше прізвище, воно для мене складне, але вже вибачайте. Дивіться, з чого би я з вами хотіла почати нашу розмову. Ми знаємо, що Іран зараз передає власне креслення і компоненти для того, щоб Російська Федерація виготовляла дрони камікадзе власне на території Російської Федерації. Про це повідомляє CNN. Чи є у вас підтвердження цієї інформації, чи ви можете її спростувати? Добрий день ще раз вам, вашим зрителям. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, урок, тогда Джек Селливан, речник или советник по национальной безопасности США, еще в июле заявил, что раскрыл информацию, что Иран передает дроны РФ, а дроны только начали появляться в наше небо в октябре. Я думаю, тогда для нас это более чем понятный опыт, который мы должны понимать. Иранский режим передал эти дроны и передал другие технологии для убийства украинцев и прекрасно понимает тогда, что из этого получать, какие для него будут выгоды. И только после того, когда понял, что Украина в 22-м году, это не та Украина была в 20-м году, что убытки будут гораздо больше, тогда Иран начал идти к каким-то вопросам переговоры или сократить поставки, или о том, что как выйти из игры. Однако, сегодняшний день я не вижу никаких признаков, что Иран сожалеет о содеянном. Я не вижу никаких, нигде информации, что Иран будет прекращать. Достаточно об этом упомянуть последний факт, когда Иран 5 раз, Министерство иностранных дел, 5 раз отрицали, нет, не передали никаких дронов, а на 6-й раз, ох, передали. Я думаю, тут мы должны понять, что такое иранский режим. Он выигрывает на элементы времени. И сейчас то, чего состоялась на днях первая экспертная комиссия украинско-иранская. Если наши дипломаты, в которых я верю, но если они не поймут, что Ирану нужно время, чтобы передавать больше США, РФ, тогда этот момент нужно будет понимать. То есть Иран нуждается время. Иран до сих пор остается союзником России. Иран до сих пор разделяет полностью мнение России по войне в Украине. Иран до сих пор не осуждал вторжение. Иран до сих пор не признал и не отозвал своих инструкторов, которые они в Крыму и которые были в Херсоне. Поэтому сейчас мы имеем лишь только тот факт, что Иран передавал и будет искать дальше более хитрых способов, чтобы передать эти дроны. То есть вместо Шахед 136 они будут, к примеру, Геран-3 или Геран-7. Это просто он передает, а потом сказал уже, потом говорит, это не мои, это о том, что якобы Россия сама их производит у себя. Поэтому до сих пор Иран не менял свои позиции, и ни одна разведка мира не подтвердила, что Иран действительно хочет выйти. Сейчас только наши дипломаты в процессе переговоров, они могут понимать или пощупать почву, что Иран действительно хочет прекратить эти поставки или играть на время. А как вы считаете, Мохаммед, наши дипломаты вітчизняні, маю на увазі, они достатньо роблять для того, чтобы пояснить Ирану ситуацию, яка складається? Я бачила информацию, что наче там наши встречались с иранскими экспертами, они пояснювали им все риски того, что они роблять, так и до чего может привести эта співпраця. Але чи достатньо роблять дипломаты украинские? Я думаю, после того, как украинские дипломаты впервые начали показать действия, а не разъяснения, когда Украина уже отменила аккредитацию посла Ирана в Украине, это был первый серьезный шаг, что действительно Украина будет идти дальше. Но я думаю, тут нужно гораздо больше. Я не знаю, кто входит в составы этой экспертной комиссии, я верю, но нужно понимать следующее. Иран не понимает разъяснений. Иран только уважает государств, которые действуют. То есть, что я имею в виду? Иран, достаточно просто рассмотреть на историю переговоров иранская сторона и МАГАТЭ вокруг ядерной программы. Это более чем 10-15 лет. Это вы можете понять, настолько они набили руку, какой у них опыт просто тянуть процесс.
или как по-народному тянуть кота за хвост. Они в этом, именно в это время, когда шли переговоров с МАГАТЭ, они что, остановили ядерную программу? Нет. Они что, перестали обогащать Иран, уран? Нет. Они что, перестали работать с такими государствами вне закона, как Северная Корея или Россия? Нет. То есть они с одной стороны ведут переговоры с западным миром, с другой стороны они все равно делают то, чего думают. Здесь будет то же самое. Я думаю, наша группа переговоров, если будет именно требовать от иранской стороны не тянуть, а именно в кратчайшие сроки доказать, и нужно доказать, что эти дроны были иранские и были переданы, если мы не получим весомые подтверждения от иранской стороны, что Иран не передает и будет требовать от России не использовать тех дронов, которые уже передала, а вернуть Тегерану, и если Иран не будет признавать в этом участие и компенсации, значит всего лишь играет на время. Первый момент. Второй момент. Иран на самом деле боится не переговоров, а больше всего боится, если у Украины появится серьезных союзников на Ближнем Востоке. А именно, мы должны посмотреть на карту, кто серьезнейший соперник и враг Ирана на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Израиль. А вот представьте на секунду, если наши войска будет провести именно, к примеру, маневры, учения. Украина-саудовские учения в Сахаре, на север Саудовской Аравии. И украинский флаг с украинскими военными там, это будет серьезный сигнал Ирану о том, что Украина не шутит. А если мы пойдем дальше, и уже мы имеем морские дроны, и проводим, к примеру, испытания одного дрона с Арабскими Эмиратами, воды Арабского залива, где Иран считает, что там он мощнейший флот, и мы это покажем там, что мы там, тогда Иран поймет, что лучше всего с Украиной дружить, что Украина не пришла на сторону тех стран, которые являются действительно соперниками Ирана. Вот такой подход Иран понимает. Третий момент. Нужны санкции на все, но или на всю электронику. Не то, что на военную, даже на оптику. Вводили, Мохаммед, пам'ятаєте, коли на столицю полетіли перші дрони камікадзе? Давненько це було, але тоді вводили санкції щодо виробників цих дронів, але вони не спрацювали, правильно? Я говорю, знаєте, після того, як наші спеціалісти розібрали Шахед-136, на них стоять камери дорожнього движення Швеції. Тобто вони покупають будь-який продукт, товари двойного назначення, використовують. Нужна іменно санкції на все, що електроніка, щоб гражданська отрасль у них серьезно пострадала именно из-за их дроны. И вот тогда действительно это будет им страшно. И четвертый момент. Нам нужно передавать, они об этом должны знать, что мы передаем рассекреченные именно дроны нашим союзникам, к примеру, в НАТО, тоже Саудовская Аравия, которая Саудовская Аравия готовится к возможному вторжению Иран на своей территории. И если успеют наши друзья или потенциальные союзники разработают антидронские системы, тогда их военная промышленность, которую они вложили 40 лет, тогда это действительно будет для них болючий удар. И тогда, как вы помните, когда представитель МЗС Ирана заявил, что типа, это Насер Кадри, когда заявил, что типа, если Иран докажет, что Россия использовала технологию в этом Украине, типа, они это так не оставляют. То есть такой жест. И четвертый, пятый момент нам нужно понимать. Министерство иностранных дел, внутренних дел и так далее в Иране, они не существуют. Там министерство всего лишь ширмы. Настоящая власть в Иране – это корпус стражи революции. А именно эти министерства, которые мы знаем, по-європейськи це рішають. Ні, для них це всього лише просто формальні інституції. Скажіть, хочу почути вашу думку з приводу, детальніше з приводу Ізраїля. Якщо Тегеран почне постачати Російській Федерації балістичні ракети, пам'ятаєте, Ізраїль сказав, що якщо це станеться, то ми одразу будемо реагувати. Так вони Ізраїль відреагує чи ні? К сожалению, Ізраїль показав себе в цій війні не лучший друг України. К огромному сожалению, которые наши военные, я об этом давно говорил, и всегда восхищались Израилем, и не стоит. Израиль своего рода, он оккупант на Ближнем Востоке. Тем не менее,
он должен был занимать четкие позиции по войне в Украине. Израиль должен нам помочь серьезно. Израиль что сделал? Вместо того, чтобы упростить вопрос прием наших беженцев, ввел визовый режим. До сих пор Израиль нам не передавал ничего серьезного именно против российской агрессии. Пока лишь заявление. Это мы должны прекрасно понимать и учитывать. И, к сожалению, когда смотрим, как Украина относится к Израилю, полностью, сколько им давали дивиденды, уважения, к их памятникам, к их истории. И вот так нам пощечина, это, я думаю, момент надо изучать. Тем не менее, Израиль не заинтересован, что иранские оружия были в Украине, воевали у нас против Украины или были в руках РФ, естественно. Но тут нужно, то действительно, похоже, Израиль играет свою игру. Естественно, это не значит, он против нас. Нет. Но я пока не могу сказать, что Израиль еще не за нас. Нам, наши дипломаты, я думаю, должны там поработать в Тель-Авив и выставить вопрос ребром. Либо вы нам помогаете. И в Израиле есть серьезная технология, успешная технология, поскольку когда Иран передал эти шахиды, свои прокси, Хезболлы в Ливан, Хусити в Йемен, шиитские ополчения в Ирак, все эти использовали, кроме Хезболлы, у него не было удачной против Израиля. Значит, Израиль знает, как с ними бороться. И нам нужно добиться от них в этом хотя бы 10 технологий или выяснить. А вот почему Израиль до сих пор не переходит в нашу сторону, это хороший вопрос, но нужно, чтобы израильская сторона на этом ответила. Ну, чекаємо ми цієї відповіді. Якщо ми її почуємо, то запросимо вас до ефіру, щоб її обговорити. Дякую вам дуже за вашу експертну думку. Головний редактор порталу «Україна по-арабськи» Мохамед Фараджалах був з нами на зв'язку.